В канун майских праздников на центральном рынке развернулась сельскохозяйственная ярмарка. Бойко шла торговля у лотков предпринимателей и фермеров. Особенно охотно сейчас раскупают рассаду, свежие овощи, птицу. Коллектив газеты «Белоглинские вести» также провел свою ярмарку – подписную. Наши читатели активно поддерживают любимую газету. На розыгрыш призов собралось немало желающих. Для тех, кто подписался здесь и сейчас, была организована беспроигрышная лотерея. В качестве подарков – живность, молодняк птицы, куропатки, словом, все, что пригодится в хозяйстве. В розыгрыше среди подписчиков на первое полугодие 2016 года разыграли предметы быта и интерьера. Помимо подписчиков, свои подарки получили победители редакционных конкурсов Виктория Колесникова, Зинаида Миляева и Дарья Саратова. Юная Виктория Колесникова победила в патриотическом конкурсе. Она добросовестный волонтер, провела интересную экологическую акцию в защиту нашего природного достояния – родника. В подарок от газеты Вика получила флеш-карту. Квартальная Зинаида Миляева, обладательница одного из самых ухоженных и чистых подворий в Белой Глине. Активистка не только лелеет свой дом, но и других мотивирует. Хозяюшке были подарены грабли. Подарок этот мне нужен, листья огорнуть, над двором порядочек наводить. Выписываю газетку я давно, еще «Колхозная трибуна» была, и «Путь октября», все время. Интересно, мне все равно интересно, когда почтальон даже проходит, а то я живу одна, никого не вижу. Почитаю, все просмотрю там, газетка нравится. Почтальонка тоже нравится, вежливая у нас почтальонка, хорошая Наташа. Самый лучший день. Под этой рубрикой публикуются интересные рассказы о людях, семьях, юбилеях. Победительницей по итогам первого квартала стала Дарья Саратова. Ей недавно исполнилось 90 лет. За подарком для нее пришла невестка Валентина Саратова. Когда мы посылали публикацию в газету, мы не думали, что мы попадем в конкурсанты на конкурс. И очень рады, что мы победили в номинации «Самый лучший праздник». Заслуженное спасибо и вознаграждение от газеты получили самые надежные и верные партнеры – почтальоны, точнее, самые активные из них. Народным почтальоном района признана Татьяна Холодная из села Новопавловки. В марте она получила от редакции главный приз – телефон. Лидером белоглинского сельского поселения стала Любовь Гамолина. На первое полугодие она подписала 162 подписчика. В клубе 100% удерживают позиции 4 почтальона – Наталья Новикова, Ирина Полякова, Тамара Акулова и Вера Саратова. В номинации «Рывок вперед» награждена почтальон Зоя Гальченко. На ярмарке журналисты общались с людьми, оформляли подписку, принимали объявления, рекламу и поздравления. Ведь газета для этого и существует, чтобы рассказывать о людях, информировать о событиях, новостях и делах. Подписная акция продолжается. Особенно рады сообщить, что для ветеранов, участников войны и инвалидов первой и второй группы предусмотрены льготы. Следующие ярмарки состоятся в поселке Центральном 12 мая и в селе Новопавловка 18 мая. Начало розыгрышей в 9 часов. Ждем вас на наших акциях.